Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в город Владивосток, где через несколько минут на ФТИС в арене начнется чуть 18,5 минут. Один из лучших показателей в Барысе. Хороший перехват, бросок с неудобной руки, гол 1-0. Барыс выходит вперед, Евгений Рымарев. А мы с вами еще раз смотрим. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но Рымарев догнал и Батулина, подбил ему клюшку, забрал шайбу и не успел Клиффорд Пу помешать Евгению Рымареву нанести бросок. С неудобной руки между щитков Василию Демченко укладывает шайбу. Шайба мимо створ летит. Еще один бросок, гол 2-0. Заскакивает шайба в ворота Василия Демченко. Джозеф Лабей добавлял шайбу уже после того, как она была в воротах. Вот здесь Оберг. Камара бросает. Камара бросил там, от кого рикошет был. Возможно, от Лабей как раз. Ает шайбу. Так, а здесь Рымарев укладывает на лед Сергея Иванова и забивает. 3-0. Здесь даже аналогию с первым периодом провести не удастся, потому что в первом периоде, ну да, Адмирал смотрелся лучше Барыса, но не так серьезно, как это было во втором. Жулак направо. Либер делает передачу. Бучельников вглубь зоны, скидывает шайбу. Берлев на дальнюю, бросок, гол! 3-1. Адмирал сокращает отставание в счете. Александр Горшков принимает поздравления. Сначала прошла его диагональ на синюю линию. Дальше Бучельников на Берлева. Горшков приехал на дальнюю штангу. Ну и Антон Берлев. Какую паузу выдержал, какую передачу выполнил между Паскуали и Кристианом Хен. Броском Фьори Паскуали тоже справляется. Еще один подбор остается за Адмиралом. Завгородний с вершины бросает и забивает. Хороший трафик перед воротами Бориса. И 2-3. Отставание. Ушел от Романа Старченко. А Питков получает шайбу. Да, да. Хенкель и Анаховский находились перед этим Паскуали.